Добрый вечер всем из Одессы. Сегодня у нас 13 января 2024 года. Суббота, вечер. Мы с вами традиционно в Аркадии. Вот, как-то сегодня для выходного дня маловато людей в Аркадии. Особо никто не гуляет. Морозец у нас сегодня такой прихватил, серьезный. В некоторых районах нашей области даже было минус 15 сегодня днем. Начиная где-то с обеда у нас пошел снежочек. Видите, немножко поднасыпало снежка. Люди уже, правда, порастаптывали. Вот, но тем не менее шел снежок. Продолжительное время, кстати говоря. Не знаю, часика 4 на точно шел. Красиво так, знаете, без ветра. Красиво так падал. Вообще прям как в сказке. Одесса, конечно, редко бывает с такой погодой. И вот пока она есть, надо ей наслаждаться. Сегодня, правда, была не такая солнечная погода, как вчера. Практически целый день было пасмурно. Ну, видите, пасмурно, но зато со снежком. Вот, вчера было целый день солнышко. Короче говоря, каждый день свои особенности в погоде. Вот, ну я же говорю, что вот это морозы, снег, это достаточно редкое явление в Одессе, поэтому этим пользуемся. Вчера с вами гуляли. Вот, я, правда, не все видео повыставлял, которые вчера поснимал. Сегодня-завтра буду довыставлять. Вот. Такие дела. А обстановка у нас в Одессе, слава богу, спокойная. Несмотря на то, что была атака массированная по Украине, Одессу не трогали на сей раз. Нас минула участь ракетных ударов. Вот, вообще даже в нашу область ничего не залетало. Ну, тревога была, само собой разумеется, затяжная. Я не знаю, часика 3 она длилась. Началась еще в районе 6. И отбой где-то дали в районе, наверное, 9 аж. Вот. Но все было спокойно. Потом днем еще была тревога из-за мига. Ну, в Одессе все тихо, слава богу. Вот. Так что такие дела, друзья. Ладно, я на связи. Всем желаю хорошего вечера, мирного неба, тихого вечера. Надеюсь, он и в Одессе будет тихим. Вот. До встречи в новых видео. Всем пока.